Жесть, что за катка у нас легендарная? Ой-ой-ой, меня тут убивать собрались, я понял. Я дошел. Я тоже. Давай, один, давай. Маны нету вообще, сейчас просадка лютая, я армор закину, брат. Вот так вот сделаю, да? Я до конца. Давай, давай, зор. Я хочу ему ракетку ки... О, все. А я... где он? Где? Куда ду... Леорик, куда делся? Куда делся? Это что было? Я... Че, не пойдем? Нормально, заберем тиника. Хорош, отойду. Давай, давай, пробивать. Хорош. Отхожу. Маны нет, хп нет. О, ты не пришел, йоу. О, сейчас будут нас через спидвордами на мастера появить. Ай, не хочу. За несправедливость. Не, кстати, вы можете мне тоже пик дать. Это как бы баланс будет гонит. Балласт. Блять, Райзер, сука, в себя приди, блять. Чё? Сейчас я возьму селёдку, включу 150 программ, я тебя разъебу же, дурачка. Ты давай потом будешь мне машину мыть, нахуй. А я тебя отмою. Два часа, блядь. А я тебя купить могу, в себя приди. Керхером будешь хуярить его, блядь. О, ТР-бот, нахуй. Отлично. Что за ТР-бот? Что это? Каска. Турецкий? Каска. Это... Этот, как его? Истамбул. О! Поехали, короче, в лобби. А чё, нет нормального бота? Жесть, чё за катка у нас легендарная? Балансная, блядь. Вообще жесть. Ох, нифига делей какой кайфовый. Не, я бы на эсэфе тут закрыл. На эсэфе. Давай минера, короче. Котла, Тропоса. Чена. И полетели. Ты помнишь, мы какой-то турик выиграли? Короче, ты, по-моему, то ли жрать съебался, и ты на пике был. И мы просто это, ну, типа, рандом герои. Выпали нахуй. И мы выиграли там Бориса в Брит, блядь, в финале. Даже панду и пит, я никого из них не буду банить. Ну смотри, там если питворд на ФП будет, то и виномансер на второй пик. У них состав по собе, и они скорее всего пушат. Пускай игра, записываем просто. Может кто врубить стрим в DS? Я молча посмотрю. Блядь. О. Не, я не хотел врубать, а то еще вдруг научишься играть нахуй после моих стримов. Не грузит, Славку, можешь перезапустить? На ТР-боте со стримом, да. Пушка. Че латент стоит? 15 лат от делей, такой лютый, полсекунды. Так, ну там они думают либо химика взять на ФП, либо пита. Панды 6. Да там никто не сыграет, наверное, кал. На панде? Да. Да нет, что. Да, ТАС играет, четвертый играет. Нормально тут. Правильно. Если у тебя будет лагать, вырубай, если что.
Хорошо. Только не говорите, что я на панде буду играть, пацан. А ты играешь, или? Не, уже нет. А ты чё? Да ну, я, знаешь, сколько игр на ней сыграл в этой лиге, вообще аж бесит. Разнообразия нет никакого. Да, и мне панду, блядь, ты чё ебанулся, я чё зря тренировался, полгода на ней играл, блядь. Го, этот, Урсу Леорика, короче, Роша на первую минуту пойдем. Ого. Вообще страта офигенная. И на этот, на шортс, да, да? Да. Поработать. А прикинь, как будет, какое название. На лиге! Затушили Рошана до выхода крипов. Шок-контент. Задушили топеров. Смотреть без смс регистрации. Круто же? Звучит отлично, на самом деле, прошу, зашли. Бля, можно я на панде играю? Ты умеешь? Ну, блять, вон у ящера спроси, я иногда нормально исполняю. Нет, не умеет. Да умею играть, иди нахуй. Я сейчас покажу, как надо. А чё, Аркадий, видосы записал какие-нибудь, есть годные? Да я все выложил, и лузы, и вины, это какая разница? А, вообще все? Да, а чё? Чё такого-то? Да не, нормально. Там еще ссылки просили поставлять на Дискорд, не знаю. Буду вставлять, нет? Что, пацаны душат меня. Химика не боимся, да? А дайте химика пофармить. Я пофармил. Кайф. Что, мне так редко какую-то вторую, третью позицию дают, что жесть. Но когда давали, выигрывали. Хотя я всегда на четверках, тройках плея. Да, ну тут такое ощущение, что под наших двух саппортов там инвокер какой-то даже заходит нам. Похуй, либо в мид, либо... Ну, химик вокер это типа жадно, да, будет? Я еще... Это... А жадно? Там, вокеру... А че он вышел? Он жид был на охроре. Не знаю, ну сделай, чтобы он зашел. Да, сейчас все. Закрыто на конфу. А чё, кто, а как, закрыть можно её, что ли? Да не, она на пятерых, типа, всего. Она на пятерых, да. Понял. Ну там кто-то зашел до пятой и все. А, точно. Ну если там, бля, Кокса перекинет, а Кокса после охранчика. Ой, Кокса перекинет этого ящера. Ящер. А нормально. Почему ящер? У них явары, там написано ящер, блядь. Яшарш получается. Ящер, блядь. Я что, права есть, блядь? Я медведю написал просто. Медвед. Напиши ему, пусть тебе там очков 20 докинет, на. Мне 7 очков хватит. Да не знаю, в топ-20 что имеет смысл прыгаться. Ну, типа, ворвешь это в 20, тебя пикнут, блядь, и будет там финал, гранд-финал. А если не пикнут? Там уже нормальные игры будут, типа. В смысле, не пикнут. Ты попадаешь в топ-20, ты один хуй за какую-то из команд будешь играть, блядь. Да нафиг он нужен, этот бомж, скажешь. И все. Чиназа, сюда. И поехал. Вон Атай, блядь, вот этот. Брат Атай на вас пикнет. Самый он последний. Красава он вообще. И выиграл, нах. Мне еще парень 5к нравится. Кайфовый пацан. Да, сейчас топовый. Да. Да, топовый лайк себе. Ну, все думали, что у него ник типа пятерка, да? Ну, адекватно. А там, оказывается, пятка, блядь. Потому что он на солях там был, блядь, лет 10 назад. И создал этот аккаунт, блядь, пятка. Кунка. Кунка. Мне лайк, это что думать? Что? Лайкс. Под Слардар, ну стандарт, можно на победку тупо. Можно, знаешь что, можно взять Найкса и инвокера. Не хотим алхимика под весь спейс этот? На миду пофармить, а? Чуть-чуть. Так, они сами могут его взять. Так, он пикает, потом он банит, да, после пика? Потом мы банит. Или ты банишь, потом он банит и пикает. И ты его закрываешь.
У него ласт пик будет, если что. Да, у него ласт. Можно химика попробовать. Я бы никак взял тут. Бля, я на панде хочу, пиздец, нахуй. Тебя горит аж? Да у меня прям горит, нахуй. О, химик. Это что, химики какие, вай? Ладно, сейчас подойду. Фе-фе, пиши фе-фе. Бля, мне дико нравится. Почему? Ну, Петлов, да, ебёт химик, вообще всех ебёт. Под нашу героев, под два стана. На меду под ракетку убить можно вообще любого. Так. А чё там все милишники, да? Да у нас тоже. Вай, вообще жесть. Кто варды снимает? Да, можно ещё вайпера взять. Вайпера? Вот я могу на вайпере АФК постоять. Бойзы, самопушка, дядь, на стрейфы. Ты чё, 470 МС-а полетели? Да с ХП проблема. Да ну, ты чё? Пики 900 ХП, плюс аквилка. Поехал. Чё думаете, вайпера влить, да? Или нир? А чё дуза? Хуйня же, блядь. Дуза. Ну, типа, блин, если мы начало... Они сами пикнут, могут. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вообще там все силачи, некро можно в центр выгулять. На реперочек. Да-да, некро, да. Ты что, на дуже хочешь играть? Блять, есть еще герой Дестройер, блять, охуенный. Мне дира нравится, посмотри, он просто под наш дира, просто идем пиздим по всей карте. Трала еще в мид вообще по кайфу, закатились, умерли, все. Ну у нас коров дохуя, типа охрорчик на корах играет. Ну на дира шоу не играет, правильно, если дира тут заходит же, пиздец. Ну гиру нормально, да. Гиролёт, гиролёт, забери меня в полёт. Давайте, гиру ну, там, больше понеслась. Ну там, скорее всего, пак будет. Ну на пака похуй. Пака-пака. Да, где-то можно на думе побегать, пацаны, через грифс? Спасибо. Реально. Да, да. А на Найксе не хочешь? На Найксе? Да я боюсь, с контролем не справлюсь, много кнопок слишком. Я на панде буду играть, нахуй, вы чё, блядь? Да нафиг мне панда ваша. Сейчас. Скажи уже, тошнит, да, от этой панды будет? Да, ну я сыграл, по-моему, на нем 4 игры из 17. Это очень много. Это почти половина моего пула. Ты чё? У меня первая игра на лиге будет на панде. И мне... вторая игра на C-моде вообще. Ты чё, серьезно сейчас? Да, не, ну я в ТБшках на ней, ну, хуярю там на 5, на 6, на 7К вообще просто с гадуальками бегаю. Ну смотри. Ну, я так, блядь. Не, ну вытянуть смогу, там, камень кинуть. Иди нахуй, играй, да, иди нахуй, да, я сыграю по-братски. Иди в шопу, мне выиграть надо, ты, блядь, Амали. Вы, я тебе говорю, Амали выиграть надо, мне выиграть надо, да. Я знаю, я разъебу на этой панде. Да и Леорика взяли, что делать? Дай панду. Да дай панду, сука. Дай мне панду. Ай, бро. А кто ты на дивер? Блять, он селедку взял. Ай, сука. Срал, драл. Опять это говно и бана дали, блять. Амаль, на Найксе побегаешь, да? Хочешь на Найксе? Решите там. Во, молодцы. А кто там мидер, блять, а химик? Чё там у них, саппорт, саппорт? Два танга дайте мне, пожалуйста. Милишники. А вам не кажется, немного такой дивейчик идет? Да, ну, чуть... Не, чуть-чуть так, совсем чуть-чуть. Да. Небольшой. Вообще будем такой расходик. Химику не будем давать руны? Давайте. Будем стараться.
Сейчас. Я заметил, на этом карте вертолет первый скилл меньше дамаг, да, дает? Намного меньше, намного. На 83-й... На 83-й задержка там, типа, нажимаешь... Задержка, да, и, короче, на 85-й карте первая способность это как, вот, допустим, на 83-й ты прокачал, да, у тебя там первый левел, да, там сколько? 0.11, да, по-моему. Концентрация. А на 85-й всего 0.7. Потом, ну. Я внизу почилю, пацаны, спасибо. Я внизу заберу, я не успеваю. Я заберу внизу, забираю. Ставь. Все, забрал. Хорош. А ты что на вертолете делаешь? Ой, хорош. Вообще, слушай, так профессионально. Робить-то танго, одну танго. Все, спасибо. Это лучший был. Короче, первый спелл тут вообще очень слабенький, пока не раскачаешь его. Тут как третий уровень, там первый уровень. Короче, вот так будет. Корректно. А что, ёпнул? Ну, у Найти первый скилл, да. Это что за микрочелик тут? Секспой поделился с пацаном. Ну, мы сейчас на втором ловере можем их ебать. Да, делай, пиздец. Да. Да ну нафиг, как не получилось. Я куру возьму. Это там, где мог бы. Спасибо. Руны через 30 секунд руны. Это вот это. Сейчас этот взял. Там. Через 20 секунд руну. О, а если руны бали где-то. Бежите на топ руну, да? Я внизу уже стою. А, иду сам заберу. Ты на топе разменяешь, да? Да. Хорошо. Да, я возьму. Молодец. Так. Чё думаете? Можно? Да, можно. Блять, иллюзии нахуй. Ну, ой, дефолт, монетка, блядь. Вкусно. Вкусно, да. Иллюзии это дефолт, блять. Нормально. Забей. Сейчас будет сам. Оставил. Давайте там два. Вернул. Походу зря. У меня там был. А, спасибо. А тут гриппа меня убил? Ну, а я отходил-то. Ну, хочешь химика, можешь попробовать. Или поем вдвоем? Лучше вдвоем. Ай, блядь. У меня все хорошо, не переживайте. А, там этот-то химики, блядь, колом ебаный. Я думал, там Лина, либо этот. Нет, там на этом, на думчике внизу парень фармит. Пытается убить меня. Go. Блядь. Чё, пацаны, через грифс, да? Строго, вообще, серьезно. Грифсы будут. Там ракета на этом висит ракета, на химике. Я остановил, чтобы от этого не убил. А ты давай его? Ну, не убьём, да. Что-то ты. Пусть не убьем. А, ну да, этот не убьем. Хоть не убьем. Ладно, это база, да. Смотри, аккуратно. А, маля, там кто-то рендер. А, да. А, или кто там? А, ты ж на селедке. А, ты про они взял, да, а так он тебя вообще ничего не сделал. Ну, типа, да, они меня вдвоем пытались сейчас убить. Вообще ноль дэмэджа. По кайфу. Ну, там в миде, блядь. Чё, рунку внизу законтришь или мне пойти? Иди, мы на топе. Все, бегу. Бегу, правда, там тоже тускар вышел, не даст он мне, дядь.
Я сейчас прийти. Я на топ, побежал. Не успеваем, наверное. Там вообще оказывается. Ну сейчас посмотрим, может. Он втроем забирают, понял? Олечь хаста. Что, в топе может высадить? Да. Топ. А форм давай? Уже походу надо. Там прикол еще. Так, у меня кункай, если что здесь. А, у меня же этот. Ебать, лей, нахуй. Не могу нажать дальше. Да, у меня вообще пиздец. Не, Некс не будет на этом пути. Да, наверное, у всех так же, ребят. А, на меня катится, есть что? Не. Кто подал? Живешь. Да. Че, еще раз примем? Да, можно. Это вагал пропустил. Да. Тусик без ТП. Он нечем был. Этот хорошо. Так. После этой хуйни будет? Да. Ты передаешь со мной или мне пробежать? Да, я полетел. Так, тусик, хуй знает где. Отлично. Да, я на базу. Че, сюда поставить, чтобы видели? Можете кто-то ТП нажать, забузить ботл? Да, я на руму сейчас. Давай. А там тут будет же руму скоро. Ну да. Я не убежу. Да, я уже понял. Да, кунка не отходит, он здесь. Побежал. Да, давай. Леорик лоу хп будет тут, если что. Просто там этот стакает, скорее всего, низ тоже пойдет открыть. Блин, крипы видят, да, через тексты здесь? Опять иллюзии, да. Как это работает, нахуй? Как это работает, блять? Два раза подряд я иллюзии беру, блять. Что за хуйня? Так, бредово, конечно. Топ или низ попробуем? Куда платить? Можно, блядь, купить, если купите смог какой-нибудь. У меня денег особо нет. Кого баб есть, купить смог. Быстрее, лоб. Нету денег. У меня есть, я могу взять. Взяли уже, нет? Давай, мить. Беру. Есть. ТП есть на мить? Да, опусти ботл тогда. Когда закончится. Ботл лежит, сапка. Пять раз тут нагрузку, потому что нет. Так, я надо прибегу тогда. Ну, химика ульта кончается. Да. Вот, закончи, бля, не успел ракет. Давай, кот. Давай. Я что-то отойду. А, блядь, он его держит, нахуй. Пиздец. Ебать, тут 5. Я вот лучше стой. Ебать, я не все ТП даже. Там, кстати, были? Не знаю, я не смотрел. Да, можно ебануться. Ну, рунку подожди, на низу. Да, там говорю. Два раза можно убить. Давай, один, дальше. Маны нету вообще, сейчас просадка лютая, я армор закину, брат. Вот так вот сделаю, да? Я до конца. Давай, зор. Вай, мужчина. Руну. 40 хп, брат. Нет, армор решает, брат. Ты думал, так, чё? Химик не побежал еще на руну. Вот это молодцом. Не за... попробуйте забрать. Ну, о, я монету забрал. Да. Забейте. Там химик побежал. Или чё? О, бежит. Я ТП нажал. Ой, ТП нажал. На ноге бегу. А они нихуя не хотят. Что там, кому мана надо, да? Да, сейчас. Вот этому. Убьем. Ману, да? Ой, это что там на хайграунде, кто стоит? Да я тут, Саша. А мана не дал? Нет, сейчас этот манга идет, да, я тебе манга дам, если что. Можно. Чуть-чуть, да, бы. Туз с ДД, не, гетбэк, пацаны, отходим. Он убит тут. Химика там повармлета, блядь. На 8-й, нахуй.
Дай мне ракету. Ему ракету. Чё, идем? Бля, главное, чтобы не задунаился. Хорошо. Ой-ой-ой, меня тут убивать собрались, я понял. Я дошел. Я тоже. Там ты чё, дядь? Тормози. Могу там Лёльку дать. Да, будет отлично, брат. Правда, он бегает там вокруг тавера. Амаль, у тебя увидел. Мид ТП нажмешь, хорошо, забудешь ботл. Все, все. Эх ты, крыса, да? Все, съебаться, съебаться. Да-да, надо бежать, брат. Я на ТП, наверное, уйду. Там химию, ТП надо. Все, все тут, надо уходить, брат. Так, ну у меня 8-й левел, когда там у пацанов? О, химик 8-й левел, можно гонять его. Сейчас, просто. Давай я стопу возьму. А, ты топик? А там герой, оказывается. Да-да-да. А, они тут инвиз. Ты давай. Там я химик взял. На топ. Ой-ой-ой, ребята, бегу к вам, помогать вам. Он наш. Там к вам вот тут вышли вроде. Если не там ошибаюсь. Химик на топ, наверное, побежал за руной. Эй, дорогой, маны дам тебе. Так, там проблемы небольшие, а расход. Походу, да? Да подеремся, нет, давайте. Да, нет, сейчас. Спасти, не спасти. Будем? Да, будем, будем. Чё нет? Поехала. Маны даешь, брат? Стоп, забери. Я пошел, да. Иду, иду. Хорошо, брат. Сейчас думай, если что будет, уже откатится. Только скорчит КД. Но как у него этот упадет? Форма, можем под думом, мне кажется, раздрочить его. Она уже падает через секунд 5. Так, ну Туск тоже резнулся по-любому. А там корабль появился. Хуевенько. Да, я выходил. А Лёрик типа лес пошел, да? Лёрик, да, без реса пока, но я думаю, через секунд 40 уже рез будет. На X фармит нормально. Может залезть, Милен? Слышишь, залезть? У меня полмеки есть уже. И миг миди втором лета. Руны, вот тут, пацаны, возьмите. Ладно, сейчас я заберу руну и что-то помогу. Оставить хосту? Хоста. Можно что-нибудь пробежаться, да, думаешь? Они на топ ТП-шатся вон внизу, да? Поехали? Попробуем. У него, наверное, рез есть. Но посмотрим, все равно не все без ТП-шек. Давай, делись. Без ТП-шек. На тусике ракета. Да, сразу бы вылез. Дерется, да? Дум будет. Ой, дум. Рез у него по-любому есть. Да, уже, блядь. Есть дум? Да, дум дал, брат. Есть. Ты только не умри. Я работаю, да. Ты сам. Хорош. Красава. Сейчас мека уже есть. Бардык купи ставку. Бля, я так неприятно играть. Где-то там в лесу качает. Пусть найти. Ну там, блядь, 5 героев мало. Ебать. Я ушел нахуй. Ладно. Просто пятером. Подождите, курицу дайте мне, Яшу. Ну там корабль, въебали на него. А, тут этот, орды. А, меня на крест поймали, блядь. На руник тоже борды. Ты чё там, дядь? Не умирай. Живи!
Друг мой, Мека бежит, Мека идет. На меня направо пытайся, да, выйти? Меку даю, да. На нахуй. Давай, давай. Вдоль забора иди, да. Я тебе вот так дам, да? Ой, хорошо, он не закрыл ничего. Он на крипа полетел. На крипа полетели за ним, значит. Ты молодой, иди сюда. Да ты что? Ты посмотри, это кто, Razer, что ли? Конечно, ебать. Ничего себе ты. Дядь, тормози. Я еще видел, у меня даже камни не ставятся. А руну забрали на топе, да? Че там, 8 левела когда будут? О, самая тема, дядь. Дай вот это посмотрю. Так, спасибо. Я через базу пошел. Я тоже. Разер, тебе сказать, кто руну забрал? Посмотри на Славка. Да не, похуй. Я заметил это. Так, пацаны, там по 8 уровню. Там варды везде, вот здесь сломали, да? Гос маканем тогда. Чего нет? Там везде варды. Я тоже подставил ребятам, помог немножко по вардингу. Я бы вообще внизу вышку снес бы нахуй. Я пошел вышку ломать. Да там лоу хп, там на 2000 плюнешь разок. Плюнешь разочек. Ну и все, погнали. Сейчас душить, найс. Как раз прокачал. По кайфу на левела делится, делится. Так, держите ве. Вот это бесит, крип выходит, он, короче, видит тебя, выходит и душить начинает. Да. Такой бред вообще. Ну, по идее, не должно потом. Не должно. Это дота ред. Это крипы с МХ, как будто. Тавр то же самое, здесь я убегал как-то и меня задушил, короче. Видит все. Жесть. Дотка. Это что за два варда, блядь? Это подглядывание, брат. Ой. Ой, меня не пустили, братцы. Меня... А там вышка стоит. Ой, я не могу пройти. Круга цеплять будет. А, ебать, это кто? Это что, блядь? Это что, силач какой-то лоу хп прилетел. Подорабились, что цепляетесь, попа я вытяну. Оп-оп, даю пройти, даю пройти. Блядь, смотри. Хорошо. Когда я тут под тавром побегаю, да? Ой, это что, лоу хэповый подарок какой-то прилетел. Мека есть, если что, брат, дерись, не боись. Я хочу ему ракетку кинуть. О, все. А я... где он? Где? Куда ду? Леорик, куда где делся? Он? Куда делся? Это что а было? Я бы ракету кидаю, чтобы он сам получил ракету. А он вообще куда делся? Его смыло немножко. Он исчез, нахуй. Исчез, он испарился, брат. Это что за кирешка лесная выбежала? Я пошел за этим. За ДДшкой. За ДД ты пошел? Я беру даггер и ФФ пишем. Руш нужен, кстати. Да, Смакевич нажал немножечко. Да, согласен. Я сбить могу ракету. Как раз и next. Третью. Давай, брат. Души. Ща будет этот, вот эта штука, вот смотри какая. Штука. Нажми третью. А, нажал. Команда мечты. Хорошо. Что, я беру, да? Давайте. Я беру. ТП-шку. Идет сюда. Бежим, блядь. Бегим. Бегит, бегин, беган, блядь. Это склонение, это английский язык. Ну, бля, я чуть-чуть могу покачать, чуть-чуть, и у меня БКВ будет. Там вообще хуйня. Да, тебе не надо уже кормить. Если не надо, а тут игра раньше, мне кажется, закончится. О, вот это убить надо. Я, но если мне что, у меня немножечко эта кнопочка заряженная, готов. Блядь, нам напали на этого. На нас напали, да? На шарового. Шаровой, нифига себе ты. Блядь, сука, нас закрыли. Я думаю, Кунке дал, если что. Он отдыхает немножко. Торрент корабль не будет, брат. Блять. Пацаны, а чё, где? Я это отдыхаю. Да все, все, далеко, оставьте. Я чисто Кунку отзонил и все. Я ТП-шку ему сбивать буду, если что. А, там вон, Слардар побежал ТП сбивать. Ну я жду, пока встану. Давай, встань. Да, встань, его пофиг, левел дес есть, если что. Забираем. А у него есть это? Кого ты там бьешь? Армор набрал. Я ракету под этот кинул.
Всё, ракету кину, сейчас она приземлится по таймингу. Да что за это, помните, девочка сидит, белая вот эта, да, на этом? На диванчике. Вот это сейчас было. Пять мужчин подходит, и давай там это. Алина. Во-во-во-во-во, знаю, шарит парень. Шаришь. Пять негров, ебай. Осуждаю. Так, ману кому заливаю? Вот этим пацанам, бородатым. Дал маны, тебе тоже на. Ой, смотри, пидлорд. Давай, давай, брат, ему задушить его. Я левел дес, разомну его немножко. Хорош. На тебе тоже вот эта штучка. Хочешь ботов поносить пустой, блядь? Дай мне поносить, мана нет. Вот. О-о-о, обноски этого брата старшего. Если заберешь. Спасибо. Че там за беготня? Куда побежали вы? На фонтан, блядь. Ой-ой-ой, срал-драла поймали. Он без ульты, давай вон нахуй. Ой, брат, беги, тавернелла, карантина. Брат, нету у меня... Чуть-чуть еще. Блядь. Ой, шардом не попал. Держи, такая штука. Ща маны дам вот здесь вот, ровно вот здесь. 10-15. И меку ща юзану как. А, нет, не юзану. Дайте 20 золота, да, грипс принесу. Кура, не торопитесь. Да вон, блядь, монетку возьми. Да подожди, да, не морось. Ой-ой-ой. Ой, бро. Я его разомнул левел десом чуть-чуть. А это жесть какая-то. Все, есть грифсы, пацаны. Спокойно спать будем. Отлично. Пойду на руну схожу. Слишком сильно. Опа, умер нах. Нет, не умер. О, блядь, давай его нахуй. Подождите меня, сильно не деритесь там. Ой, зачем? Все, меня дают. Этот без ульты еще, Лерик. На 10-м умирал. У меня тут это, вот такая штука есть, пацаны. Кому? Доктор Мом. Пастила. Полечил вас, полечил, пацаны. А цит закинул. Это там далеко вертолет, блядь, полетел, ебать. Дядь, ты чё? Не, у меня как бы под БКБ и Аегис был. У тебя и БКБ, и Аегис был, брат? Да. А меня за что-то на крест садишь-то, а? Пират. Давай, там. О, другое дело. Давай, смотри, Аегис, до свидания называется. Ой-ой-ой, меня надо. Ой-ой-ой, ребята, кажется, мне сейчас крейсер в бухту залетит. Не, нормально, живой. Короче, я со сторонки почилю. Сильно не деритесь там. Держи, армор кину. На лиге кто-нибудь рапиру покупал? Да, покупали. А, ну все, тогда не буду покупать. Ебать, его все равно. Сбрило просто, ё-моё. Это что за дота? На подсейве стою, если что. Залил. Чё, без боя? Погнали на низ просто. Мило. Ебать, вообще щас. Че, они вышли подраться, что ли? Типа от торрента мацанув, что ли, блять, на этом. На найфе. Фига, алхимик там пошел за иллюзией. Must have. Так. Поехали. Я, если что, покилю тебя, друг мой. А, ну все, все, задоджил. Пойдет.
Давайте по очереди, пацаны. Опа. О, здорово. А мне повезло больше. А на кресте? На кресте. Ну как? Сомнительно повезло, но повезло. Там странная игра максимально. GG. Неравная битва называется. Сан камень он послал. Хорош. Давай, думай, ему кину, а то опасно. Я не закинул я. Тайфик. GG, пацаны. Спасибо за игру. Спасибо. Да, надо еще одну нагружить, да? Кто-нибудь это сделает? А, да, реплей же заливает. А, ягами позаливает. Да, вот такие игры бывают, когда состав, как вот играл я, да, на Веномчике играл, такой же был состав, примерно ВС только, да, такой чисто команда мечты, можно ногами выиграть, рели. Ну, приятно, конечно, такие игры играть, когда вообще можно ничего не делать, да, просто по АФКшить и выиграть катку. Реально приятно. Ну, давайте еще одну сыграем, это будет у нас ластовая, скорее всего, в этом СТЛе. Но если ту катку, которую сейчас я сыграю, я ее выиграю, то, по идее, я вхожу в двадцатку. Но это не точно. Ну, погнали, посмотрим. Может, будет игра, может, не будет. Если что, оставлю тут. Уже у меня там мизерные. Уже позавчера там ровки или типа... Прикинь, Нихен, там в разброс все да, было. Да, я слышал, назад... слышал. Слышал эту историю. Подъебался, короче. Пару игр слил на попу. Слышал, брат. Ничего страшного, все, что не делается, все к лучшему. Призовые и так у меня. Нормально. Самое главное, это участие, не главное, победа. Да. Давайте тинник легионами такими будем играть. Давайте. Давай, давай. По дефолту химика там дубами. Уйдем-то. Выбейся по дусам глобально. У меня такое предложение. Тупо 5 станов пикнуть. Пиздиться. 4 стана и баха. В последнее время вот ТБшки играл. ТБХ что-то не очень было в команде у меня. Может, не тот человек играл? Не тот человек. В ТБшках же БХ имба. Ты чё? В соло можно выиграть. Хорошо. Главное там до 6-го левела их видеть. Потом с командой пиздиться покуда. Так, прослушка пошла. Легу забанили. Фениксы. Вивера или кого? Я со станом что-то хочу лучше разбивать. Тусик есть. Батка есть. Там селедку возьмем. Под селедку просто много чего можно тут. Тускара тут надо. Угу. Даже на мид можно его выкинуть.
Че нам неприятен? Дума будем брать, если нет, то может забаним. Ну, да, там зачем? У нас питвор есть. Мы Сларка не боимся. Ну, пока контроля нету Сларку. Это пульсика. От лучом кораблем сложно вроде убивать. Может, кто-то не хочет на Сларке сами? Я могу, если что. Если не хотите. Нет, почему на Сларке? Можно бахнуть. На Митника возьмем, а Хрору дадим. А, там забрали. Че, вайпера на Мит или кого? Вайпера можно. Подметка не тоже хорош. Нас пробивает. Так, нам остался сапа. Контроль тут. Бар есть. Вингер есть. Рейкер такой для себя. Им остался кор какой-то, да? Петра, Леорик, Найкс. Чего боимся больше всего? Найкса забанили. Так, остается Леорик Спектра. Ну, Сларк вроде Леорика пиздит. Ну да, вроде. Ну, тогда спектру уберем. Пока дальше. Ну, кого хотим? Вивера? Или Бару? Там три героя без армора. Вивер хорошо может зайти. Вивера еще, если Аганим соберет, будет сейвить. Да, это тоже плюс. Вивер лучше, мне кажется. Там скорость атаки немного у них еще. Тараканы будут грызть. Кто кем будет играть? На пяти кто будет? Я ласта возьму. Ну, у меня на пяти несчастливо. Сразу говорю. Хоть ничего сложного, но тем не менее. Если давайте кто-то... Я сыграю на пяти. Угу. А Хор, ты на ком? Пусть он на вайпере сыграет, если он хочет. А слетка сыграет. Слетка. Или пусть этот, на вот этот, кто пикает у нас на пяти, а я на вайпере. Если он сможет на пяти. Чё ты мой ник не прочитал, Амаль? Раньше ренейм дешёвый был. Каждый день менял ник, а сейчас чё-то дорогой. Ну, воин нормально заходит. Или он даже уж с этого уже надо пикнуть, задалить. Это же херня. Это думают. Лёрика взяли таки. Да, варианты уже не оставалось. Ну, я на лидере. Кем будешь этот, Лина? Бери себе, кем уверен. Потом я возьму. Не, на пяти я не буду. Все, давай я на пяти. Так, двигайся на вайпере, я старый человек, промажу. Так.
Не, в ДД, да, выходить получается. На вайпере. Да, ДДшку. Тебе БМ-ка прям заебись. Ну, ну смотри, а, хотя да-да-да. Я же там мегапайпе же соберу. Там луч и резрак сами будут от тебя выбиваться. БМ-ка нормальная тема. Хэн, ты же справишься с резраком в соло? Не знаю, если не задушат в начале. Плюс сапа, если не будет, то нормально, по идее, должно быть. Типа 1x1 там... Посмотрим, как пойдет. Через стройку можно будет. Думаю, не проблема будет. Идем их разным. Справиться в соло. Ну, до 6 должен. Ну, вот так мид можем обойти. Помочь. От Феникса можно подразнять. А, вот идем, идем. Бля, я вторую взял еще. Ну да, понял. Смотря к идем на низ. Видел нас. Идем, идем, хорошо. А не, он видел нас. Куда ли? Он на ТГ стоит. Он его увидел. Он меня хотел. Феникса? Кто? Феникс первый. Или давай его подставляем. У меня пока что когда. Да, Феникс. Старый апнет вообще легко будет тут стоять. Сразу да, идем Феникса, а то. Он без дайва. Они крипы отошли. Феникса нужно на физик. Пока ты на руна ходишь. Кура нужна кому? Нет, вроде. Даже Леорика можем охотить. Ну и если на него набежишь, я Феникса в соло убью. Да, да, можно. И никто пошел за рану. Вернулся. Я не знаю, моя вышка. Эхо. Еще раз можем под вышкой, жуки от КД шлись. Такого тоже много у нас. Идем, Ахро. Пушим, пушим, Амаки, под вышкой иди. Что там по курьеру? Мне нужен будет, если что, я что-то просел. Могу захаростить его. Ой-ой-ой, 90 дамаг. Где Куру? Мне очень нужна Кура. Там маны нету.
О, ты не пришел, йоу. Ничего себе. Забайтили меня, получается. ТП дашь? Да, да, да. Есть у кого ТПшечка, парни, фришны? Я скину, наверное. Спасибо. Тини пришел, не видел. Он наглый. Так, ну я так думаю, там Тиник может на топе и тусоваться еще, да? Вон, уходи. Он отошел на миду. На миду, хорошо. Давай, ну. Да. Пушьте лайн. Подвышку задали. Так, давайте манго, да, манго? Тиник на них ушел. Вот с этой пачкой нападаем. Молодец. Идем на топ. Либо на топ Тиник ушел. Возможно, на топе. У меня тут плохо все. И не пришел, все стало очень плохо. Нормально. Да, камбэк, но я не спорю. Не сдохнуть бы еще раз, до 6 надо дожить уже. Копейки остались. Призрак ушел к вам, ребят. Аккуратно. Идем, идем, идем. Там сзади резак есть, что вот тут маны там. У него нет МП на варике, ребей его. А там биорик. Вроде вдвоем тоже можем брать. Ахор, идем, под вышкой же мы. Хочешь мне топ? И не на топе был, ушел, если что. Идем, вот пунка. Он, блядь, самый призрак, кто-то дает это. Блядь, сука, покрыть бахну.
Аркадий. От Нико, привет тебе. Ему тоже загоняй. Привет. Вот. Тебе тоже привет от Аркадия, спасибо. Никого на лайнах нету, да? Там, возможно, дайгер второй. Кто-то был на руне. Тени на медуз, ДДшка. Батлыги. Тут... Как, вам ТПшится на низ? Это, если что, такая инфа там. Ризрак тоже к вам. Кунку. Догоните от Ризрака. Ой, там багер. Там мэджик. А. Ага. Ну, мы 4 на 5 деремся. У нас слот к лотару выпадет. Сейчас лотар уже будет почти есть. Ну, там Леорик тоже. Ему фигурок. Даже от меня там нет, не один. Стрик у Ризрака забрали теперь. И не то надо. Я, в принципе, могу в Глиммер какой-то выйти, потому что там прокаста много. Потом, если что, да, разобрать. Да, да. Думаю, будет неплохо. Я думаю. И раньше выйти подраться могу. Нормальный вариант. Какие-то от смоков вышли. Что, будем нами додраться? У нас аркана есть, если что, да? У меня есть. Все, вот хорошо. Это. Топ толкаю, к вам ТП даю. Мана зальете, можно подраться будет. Так, под Ризрака бы не встать. Ризрак. На этом, на топе он. Я, скорее всего, умру сейчас от него. Да. Настолько налегке умер. Вообще, жесть. Yes, так, ладно. Одиннадцатый, да? Ну, Ахор есть такой, что? Ризрак на блеет Ахор. Вроде можем убить. Если он Тимбер даст... Ахор, давай ТП. Мы же убиваем его. Под метку. Тимми пока сладал. Я выжил. Я иду. Я что? Отошли, да? Ладно, я тогда фармить тут. Да, мне кажется, на развороте могут сыграть сейчас. Да, идут. Вот. Феникса 200 маны. Эх, успел. Не-не-не. Да его убьем? Не, я не буду. Блин, там один удар дал бы, у Феникса бы не было этого. Маны на ульт. Успел, сообразил.
чё, дефейн тут? Да. У тебя есть мика? Да. Ахрору даггер нужен. Да там чуть до даггера осталось. Маны зальешь, если что? Подойду сейчас. Хорош. Ну, корабль давай, все-таки не отдали, пацаны, нужно пиздить. Сука. Хорош. Ризрак. Ну, у него 800 маны, не зацепим, наверное. Может, захочет на разные руки пиздиться. Феникс еще подошел. Мика КД. Ну, у Ахора, да, Герас? Мы можем смакануться. I'll have it up in no time. Идемте сюда, смотримся. Идем, вейпер. Заберите чей бэнд. Поехали. Там в центре поставили. Ризрака. Уже, если накинем все объемы. Ну, селедку дал бы начать. Вот, кунка. Нормально, я живу. Нормально. Я поторопился. Отойду. Подрегенится. Нет, не отойду уже. Нормально, Леора лопнули хотя. Там Тиник еще на обрыве. 150 ман, лотар есть у него, если что. Хорош. Ой, хорош. Надо один удар еще. Хорош. Нормально, пацаны. Камбэкнул. Не парьтесь. Ой, сука. Ну, закупился. Ни рубля не потерял. На меду сентряк, если что. Угу. Только что варим было. Да, я понял, не буду прыгать. Там достой. Я не понял, была она только. Я не чекал. Пойду внизу крипов погоняю. У него фул там. По мане. Ахрор, может, ты повардишь? Ну, типа, агоним будет, ну, почти агоним. Как к вам стянуться? Я внизу. Не, мы вышли сломаем. Все хорошо. Мне касали МП. Ой, аганим. Варди. Иди на лайк перебить. Там кунка цепанит. Давай его. Нахуя себе, тут же нету варда. Мега КД. Не пойдем? Давай. Мейка КД достал. Нормально, заберем Тиника. Хорош. Отойду.
Давай, давай, пробивать. Хорош. Отхожу. Маны нет, хп нет. Хп нет. Отойти, пацаны. Чуть-чуть просел. Давай, давай, бей. А, не, я ухожу, пацаны. Не надо, да, убирал, да, ухожу. Убирал, нормально. Ты подох. На топе руна актив. Отлично, отлично. Ну что за задрот там, варды все ломают. Теперь можем по вышкам пройти, я сзади буду ставить, обращать кого-то. Хорошо. Че, я, наверное, в лотар переодену, правильно? Сильвер можно сделать для тиника, как думаешь? Да, я бы лучше сию купил сразу. Сию? Хорошо. Буду тогда рашить сию. Так, лотар есть. Хорошо, и белт купим. А хотя можешь, да, да, Сильвер там есть. Сильвер ему пассивку вырубить, он не надамажит. И не это, не простанет, да, меня, я думаю, ну, Сильвер хорошо. Да. И резрак там еще. Можно сразу. На меди сзади там стоят. Я вернул, прыгнул бы. Вернул. Вон, меня хотят. Я вернул, но. Все, все, все. Отлично. Нападаем? Да, я такой сейчас, если что, рядом. Сейчас второй будет. Вот этого адмирала. Я на месте. Не, вот так и да, но. Второй раз мы его напахали. Не убили. Хорошо, Леора лопнули. Ну, 3 на 1. Нормальный размер. То есть от него дэмэджа. Ух. Я чуть-чуть лотар дождусь. Подожди. Когда? Там тени. Давай, сможем. Хорош. Тени-ка только на то. Она нет. А он этот. Чуть-чуть. Тебе досты нужны, а то там тупо денег два раза лотаром. Два раза лотаром зашел. Так, у меня пол Саши есть. Я в этой драке чуть понюхал еще. Нормально. Пойдет. Вы стримите кто-то? Нет. Да. Все варды ломают. Интервал как раз таки 3-4 минуты, когда он ломает. Я в лес нырну чуть, ребят, золото подниму. 400 золота надо. У меня два варда, я бы повардил их в лес. Убираться было удобно. Да, дошли. Этот ударил и этот побежал. Тут варды получается, да? Кто, крип? Или кто-то? Тини, да, наверное? Вот. Дайте чуть 300 золота, ребят, нафармить. На иксе, я верну. Ай, жесть, пацаны. Я далеко очень, не торопитесь. Это ТДшка. А, все уже. 150 золота. Когда вернуть, пацаны? Чуть-чуть отойдите. Я на топе еще фарману. Не, как когда. Ну, тени, бежит за мной. Ульта есть уже, вернуть. Дай ТП на старте. Сейчас, брат. Пачечка. Пусть вайпер впереди танкует. Кого-то одного верну. И жесть, уже драться начали, да? Я далеко. Ну, даст что-нибудь тыкну. Ну, все тыкнул, да. ТП даю. Да, сука. Ну, я ульту потратил, блин.
просто не сломаешь. Кунка на тычку-то. Да, я видел, тут тени еще, но мне надо пережить, иначе сдохну. Я ушел, короче. Там БМ у Лёра. С тобой Слэр должен с Лотера прибегать и кунку убивать. Да, я все уже не буду отходить от вас. Я дофармился еще надо. Так, если что, с драк уже БКБ какую-нибудь там условно. Сильвер есть самое главное. Хп побольше, все побольше. Идемте драться, я отфармил вообще. Дайте первый пойду. Видит. Че, я нападаю, нет? Я прыгну. Я верну. Если что, вернешь, да. Хорошо. Нормально, нормально. Я зарегенюсь. Там времени нету регенится. Хорошо. Трей тут нету, если что. US-центрик поставил. Призрака ударю. Сейчас будет вернуть. Ну, не будет. Бля, забашил все махнуть. У нас драки. Нет. Я тупо не дерусь, я бегаю. Не могу никого поймать. Нет, там извижена мне попарит. Да не, так не надо драться. Надо гем у Ризрака. Тут надо либо где-то тут драться, потому что здесь загуляли уже. Сентрики там стояли, вот здесь поставил кунка. Мне либо даггер еще надо докупать. Но уже не в этом. Ну, не мобильный этот. Я тогда гоню. Понятно. Подвижный нужен. Подвижно драться. Как вы словить игрока? Лера ульта есть. Вернуть там. Надо отойти. Чуть переждем кдшки. Я стаки набрал, 5 стаков хотя бы. Тут в центре еще, по-моему, стоит, если не ошибаюсь. Шаду Дэнса нету. Ну, чуть-чуть, когда вернуть, пацаны. Я отпрыгнул. О, корабль отдали, можем добраться? Это... А, отойти. Правда, надо что-то быстро набрать. Жесть. Но мы не можем драться. Вообще не можем. Яйцо надо доджить. Пока вышли можно.
sufficient mana. Monster kill! Our brethren's town is under attack. Что, пора сплит машину подрубать? Леорика не стоит бить, наверное. Тени появились. Ну да, они стоят, они ждут. Мы сыпемся, жесть. Я в драке тоже не могу драться. Не до фарм лютый. Посла там уже. Там они в Рошана могут еще пойти. Барт, если что, этот в куре есть. Круг силы. Да ладно. Сова еще кикнула. Жесть. Есть кто-то, лучше готовься. Всех? Типа. Нет, от тебя. А, от меня только? Да. Пусть солютка берет слоты. Или вот или скарк. Не знаю. Че, БМ нужен кому-нибудь, нет? Киту, наверное, БМ. Киту дайте БМ. А Киту лучше, хотя бы. Я не знаю, мне кажется. Сэнжу. Аку, яшу. Блин, вообще тут БКБ было бы офигенно сделать. А да и все, БКБ купил. Wait till you see me in action. Ну там, шести слотовые. Он Magic Swipe проводит, ми? Magic Stick, точно. Низ. Коса смока. Попытаемся. Может получится что. Я иду. Если что. Ну далековато. Там Олега, не знаю, смысла есть. Вернешь? Хорош. Таня, давайте отойдем уже. Вивера пока КД. Сейчас Сильвер будет. Подаем обратно. Леорик один раз лопнул. Какой бред. Если я дерусь, то я, в принципе, остаюсь в этой драке. Не есть ли так? Я от доджа отойду. Shadow Dance почти откатился. Идем, идем, идем. Че, ливаем? Вроде шансов нет.
На какой прыжок, а? Видал? А, на Гоникс. Ну, у меня уже 30 игр. Да. Спасибо. Ну, сорян, пацаны, я тут засолил игру. GG. GG. Найс катка. Просто в Солянова засолил, пацанам. Просто в Солянова. Тупо слил игру в ноль. Ну, я не знаю, как тут нужно было, что нужно было делать, чтобы эту игру выиграть. Вроде и с ребятами пошел подраться, и туда пошел, но... Ладно. Ничего страшного. Я немного не вкурил, как мне ворваться в драку. Просто я каждый раз, если прихожу, меня либо сливает Ризрак, потому что огромное количество урона инкамится. И получается, что ни одну драку просто тупо не могу подраться нормально. Хоть даже и Вивер возвращает. Но еще усложнило, что, конечно, под конец Вайпер ливнул. Но тут я полностью слил эту игру. Ничего, будем двигаться дальше. Но это, скорее всего, была крайняя катка из ТЛа. У меня еще недобор 10 игр. По идее, я сейчас буду стоять где-то на 25-м месте. И если бы была возможность, да, образно все игры эти отыгрывать, то, возможно, бы в 20-ку зашел бы и играли бы дальше. Но не суть. Не суть. На этом все. Будем заканчивать, ребятки. Спасибо всем, кто посмотрел. Не играйте на сларках так, как я сыграл. Вообще. Это просто печалька. Ну и на этом все. Желаю всем хорошего настроения, ребятки. Всем удачи. С вами был Ксеназис. И до скорого. На пути побед у вас всегда будут встречаться моменты, когда руки опускаются. Но помните, без поражений нет опыта для будущих побед.